Заскочил за сырком в Гауду. Как известно, Гауда знаменита своими сырами. Вот. Так что такая вот улица замечательная. Ну что, смотрите. О, Саня, привет! А ты какими судьбами здесь? Макс, здорово. Че? Так я заехал за сырком. Гауда, это же самый известный сыр в мире. Ну-ка, покажи, что. Вот, кстати, я взял... Сумень взял, что ли? Я взял сумень. Это тебе на сколько, на годик? Мне? Да нет, я же сыры люблю. Я думаю, дня на два с половиной. Нифига ты, блин, прожорливый. Два с половиной. Не, ну как я сыр себе, в масле. Друзьям, я как сыр в масле. Вкусный, наверное, поэтому не откажешься. Сыр отличный, но нужно пробовать прям с пальчиками. С пальчиками, понимаешь? Ну все, прям. Пойду тоже, Сань, пойду, я советую, пойду тоже туда, возьму сыра. Песто, песто. Хендмейд. Саня решил еще отомлиться, да, сырками. Надо сейчас еще вот мало. Это итальянский кройдер. Сыр песто. Блин, песто тоже в порядке. Рекомендую. Это вообще это рай для сыр, для тех, кто любит сыры. Чего здесь только нет. Это все в Гауде. Возьми вот это. Что это было, Саш? Я не знаю, как переводится, но он нереально замечательный. Орегано. А, орегано. Палочками, фумат, орегано, блин. Рекомендую. Очень вкусный сыр Гауда с разными специями. Ребята, приезжайте в Гауду. Вроде мы не курили, а сыр вот такого цвета. Ну что, чем пахнет? Непонятно. Тут есть васаби даже. Это с васаби? О, сейчас. Не, это мэритиш. А, понятно, это морепродукт. Нет, хрен. Хрен? Это что было? Песто. А, ну песто отличается от того? Блин, тоже вкусный. Радомир, я знаю, ты умрешь после этого. Но это должны видеть другие. Это просто рай. Рай. Я не знаю, здесь просто это рай. Остаться жить. Ради этого, конечно, можно уехать из России. Выбор сумасшедший, ребята. Все в Гауду. Я не то, что советую, а прям... Еще раз этот же сыр он пробует и возьмет. Не могу вам передать, я беру вот это, я взял бы всю тарелку, но, ребята, приезжайте в Гауду. Вы посмотрите, короче, здесь что здесь очень мало места, здесь практически не развернуться, но только повернешься в одну сторону, у тебя куча других сыров, просто нереально. Я не знаю, я уже не могу комментировать. Специальные соусы именно для сыра, не для омлета, не для картошки, не для стейков, это именно для сыра. Очень вкусно, то есть они разных вкусов? Да, они разных вкусов, но надо выбрать какой. Я брал в Германии. Так а с каким сыром? Я брал Кони Цен. Это даже надо понимать. Ну и тут немного сыра с плесенью. Я бы женился на дочке владельца этой сыроварни, тут бы жил. Не важно, сколько ей лет. Сегодня полюбил их еще больше.